На протяжении долгого времени технологии скибидистов не отставали от прогресса агентов. Над улучшением камерамена Титана работала целая команда первоклассных ученых и технологов. Ну а что же у скибидистов? За все разработки отвечает только один туалет, и это скибиди-ученый. Долгое время он находился в тени, и мы лишь видели результаты его экспериментов. Но в последнем 60-м выпуске он вернулся. И сегодня я расскажу, почему он теперь самый главный скибидист, что ждет агентов дальше и какие жуткие вещи он успел создать в своей лаборатории. Но все по порядку. Первое появление ученого было зафиксировано еще в 16-й серии. Тут он не обладал еще тем снаряжением, которое получил сейчас. На видео показана внешняя часть его лаборатории. Но поверьте, под ее стенами еще сотни длинных коридоров для страшных экспериментов. Спустя долгое время, аж в 30-й серии, мы опять видим скибиди ученого. Нетрудно понять, что он обрел новые улучшения, но пока тяжело говорить, что именно этот унитаз является главным скибидистом. Следующее его появление случилось совсем скоро. В 32-м эпизоде он контролировал заражение спикермена Титана паразитами. После успешно выполненного задания он бесследно исчез. Многие задавали с вопросом о его местонахождении, но информации практически не было. Именно поэтому я обратился к специалисту по вселенной Скибиди, моему хорошему другу Холли Баму. Привет, Холли, мне нужна твоя помощь. Привет, Диппер. Я провел тщательное расследование, в ходе которого выяснил несколько интересных вещей про Скибиди ученого. Ты будешь в шоке, ведь это эксклюзивная информация. Если ты помнишь, то после появления ТВ-менов в городе также появился новый секретный скибидист. Многие его называют скибиди-разведчик, я же называю его скибидист. Что это вообще такое? По заданию скибиди-ученого он украл линзу, чтобы создать универсальную защиту от их излучения. Да, но эта линза же не помогла, ведь ТВ-мен Титан уничтожил ее своим сверхсильным излучением. В этом и есть весь секрет. Скибидисты тщательно охраняют ученого и доносят ему информацию. Таким образом, уже в 46-й серии появился скибидист Вакуум, который путем жутких экспериментов над яичком был лишен зрения и слуха, чтобы оружие ТВ-мена Титана не составляло ему угрозы. То есть ты хочешь сказать, что все это время, пока Титаны сражались против скибидистов, скибиди-ученый находился в своей лаборатории и разрабатывал новых туалетов? В таком случае это объясняет, откуда в 49-м эпизоде появился скибидист-мусорщик, который имел части брони от побежденных агентов. Но что более интересно, так это сегодняшний эпизод. Он дает нам многое понять о том, как работает общество скибидистов. В начале этого видео мы видим, как новый тип туалетов, а именно Астра Скибиди, отчитывают Джимена за его ошибки и то, что он упустил спикермена Титана и тот вернулся в ряды агентов. Это очень странно, ведь ранее мы думали, что Джимен главнейший скибидист. Но оказалось, что это далеко не так. Ведь буквально через мгновение появляется легендарный скибиди-ученый 2.0. Он получил новые части брони и стал в разы больше. А что еще более интереснее, так это то, что он прогнал Астра Скибиди, которые отчитывали Джимена. Говорит ли нам это о том, что он теперь самый главный скибидист? Несомненно, да. Власть, которой обладает ученый, теперь абсолютно безгранична, ведь по сути от него зависит весь технологический прогресс скибидистов. Но что будет дальше? Титанам предстоит готовиться к тяжелым временам, ведь разработки ученого выходят на новый уровень. И сам ученый теперь явно сильнее Джимена, ведь он получил броню ТВ-мена Титана, а также роботизированные лапы с самым современным вооружением. А что думаешь ты, победит скибиди-ученый или агенты Титаны? Пиши в комментариях.